В минувшую среду Одинцовский округ оказался в зоне грозового фронта. Ливень, шквалистый ветер и даже град наблюдали жители большинства населенных пунктов. В Звенигороде ветер повалил несколько десятков деревьев, в том числе на территории пансионата и детского лагеря «Орленок». Из-за ливня оказались затопленными некоторые улицы города. В ближайшие дни неблагоприятные погодные явления могут повториться, сообщает Росгидромет.